Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии парламента 8-го созыва сообщил, что в этом году в республике пройдут прямые выборы акимов районов и городов областного значения. В соответствии с порядком проведения выборов территориальные избирательные комиссии организуют пилотные выборы. В соответствии с конституционным законом о выборах в Республике Казахстан Маслихат принимает решение об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акимов районов. По результатам голосования депутатов избирательная кампания в двух регионах области Абай была запланирована на 5 ноября. Район и город, в которых пройдут выборы акимов, были определены на внеочередной 7-й сессии Маслихата области Абай. В нашей области выборы проходят в Абайском районе и в городе Курчатов. Народные избранники отметили, что эти выборы – явное ведение демократических процессов в нашей стране. Это очень важное событие, потому что сейчас мы не только выбираем президента, парламент, но то, что сейчас тенденция идет к тому, что наш народ, он уже выбирает акимов районов, областных центров. Это говорит о том, что растет гражданская активность.